Тепличка для огурчиков из стрейч-пленки. Второй год эксплуатации. В общем, смотрим, что с ней стало за год. Вполне крепкая, ничего со стрейч-пленкой не случилось. Дощечки на теплице у меня уже старенькие, не один год использовал. Раньше я использовал такую пленку со светофора, но ее хватает на один сезон. Как мы видим, развалилась. Сейчас я установлю на свежую пленку, так как обычный полиэтилен от ультрафиолета разваливается, а стрейч пленки хоть бы что. Вполне дельные советы можно встретить на просторах интернета. Подписывайтесь на канал и увидите, что здесь выросло. Счастья, здоровья, удачи вам!